тоже сама прошу поток. Выведи меня. То есть все без изменений. Все то же самое, да? А сейчас тогда давай попробуем сделать так. В этом потоке, ну, пока ты вот летишь или идешь, ты иди. Ты иди, иди, иди. Если так надо, значит показывать, значит так надо. Попробуй позвать наставника. Своего наставника, который наверняка рядом, следит за этим всем процессом. Просто позови, чтобы он предстал перед тобой в виде образа, может быть, символа. Может быть, просто, чтобы он с тобой разговаривал телепатически, если не видно образа. Что было, чувствовалась связь с ним? Не хочет уходить на связь. Это, то есть ничто не появляется или не хочет? Нет, или он так говорит, я не хочу выходить на связь? Мысль такая, не хочет. Мысль такая, не хочет уходить. Не хочет. И начинает голова болеть. Ага, очень хорошо. Вот это очень важно. Так вот. Он не хочет, да? По кругу. А тогда спросить, просто задай себе сейчас это вопросом. А почему, наставник, ты не хочешь со мной ходить на связь? Рана. Ага, рана для чего? Рана еще. Рана ходить в тонкий мир? Спрашиваю, почему не хочешь ходить на связи? Рано, говорит, еще. Рано. Теперь еще раз вопрос. Рано для чего? Рано знать. Рано знать. Очень хорошо. Что нужно сделать тебе для того, чтобы это время пришло? Ну, быстрее. Что тебе конкретно делать в земном сейчас, вот воплощении? Ты сейчас придешь назад, что тебе нужно сделать для того, чтобы вот подготовиться к путешествию? Самосовершенствоваться. Так, очень хорошо. Поблагодарю за ответ, он же все равно на связи. Самосовершенствоваться. Что конкретно тебе порекомендует сделать, ну, вот первые шаги? Самосовершенствовать. Что он имеет в виду? Это может быть все, что угодно. Ну, продолжать заниматься. Чем ты сейчас занимаешься? Да. Медитация. Так, медитация. Музыка лечебная. Так, Медитация, музыка лечебная. Что еще очень важно для тебя для того, чтобы... Пока все. А? Пока все. Пока все, да? Ну и пусть он тебе какую-то еще рекомендацию даст просто от себя тогда, на путстве. Иди, говорит. А спроси, а могу я вообще с тобой, то есть не в тонкий мир ходить, а тебя как-то связываться, раз уж связалась? Обращаться. Ну, как обычно делаешь, перед сном просишь помочь, направить.
А спроси, он всегда бывает с тобой? То есть он всегда присутствует с тобой, ну, по жизни? Слышу всегда. Так, слышу. А что, помогает не всегда? Причина во мне. Так, причина. А в чем? В тебе? Разбираюсь. Ага, вот так, да? Даже образа не даст. А что поможет разобраться? Занимайся. Контролируй себя. Контролировать. А что контролировать? Мысли, эмоции? Мысли. Мысли. Какие должны быть мысли? Только позитивные. Так, позитивные мысли. То есть, если будешь контролировать мысли... Так, все наладится. Причины-то уйдет. Ну, это же я и так знаю. Постараюсь. Так, очень хорошо. Ну что, пусть он тебе порекомендует, что тебе, чтобы убыстрить этот процесс, что тебе нужно сделать? Идти и заниматься. Просто заниматься, да? Да. Каждый день? Систематически не бросаю. Систематически. Через сколько месяцев можно прийти? И наладить режим дня. Ага. Непонятно как там. Ешь, живешь. Режим дня, то есть питание. И еще что? Правильно распределять время. Ага, правильно распределять. Правильно время. Распределять. Ну, я и так сама знаю. Ну да. Спроси, что же я вот пришла только за этим. Что говорит? Да. Если ты будешь соблюдать режим дня, идти заниматься систематически, через сколько времени тебе нужно прийти на сеанс? Сама поймешь. А чем тогда полезен, спроси, вот этот сеанс, который вот сейчас я прошу? В чем его польза? Еще раз, ну, подтверждаешь то, что ты и так знаешь, что ты должна делать, но сбиваешься. И опять по новой, опять сбиваешься, и опять по новой. Должна такой... быть систематика. То есть, ну, такой замкнутый круг получается. Да. То есть надо начинаешь, быть... потом где-то как-то отвлекаешься, делаешь перерыв, опять начинаешь. Все должно быть оно такое систематически, постоянно и систематически. Без там. Без оправдания там. Я сегодня это не сделала, потому что там. Не находишь оправдания, почему ты это не сделала. Получается выйти такого из некого круга, который ты только начинаешь, опять не это, и опять все сначала. Что-то похоже или нет? Да. То есть идти как-то вот уже целенаправленно. Так, очень хорошо. Ну и спроси его еще какой-нибудь, не знаю, вопрос, который ты очень волновал, не знаю, может быть, из тех вопросов, которые вот ты о предназначении. Вдруг он тебе что-нибудь подскажет? Нет, тихо занимайся. То есть никаких вопросов? Занимайся, да. Ты занимайся. Все. А можно еще вопрос про сон спросить? Сны уж больно замучили. Что делать-то? Направляй. Как направлять? Направляй. То есть сны направлять? Ну, типа как? Сны. Направлять это куда-то или кому-то? Куда?
Непонятно. Отспроси. Направлять куда? Подумай. Подумай, да? Думаю. То есть больше думать получилось? А думать чем? Сознанием или подсознанием, или интуицией? Хорошо, вопрос. Внутренним. Так. Ощущение. Внутренним. Это должно быть больше, чем сознание, анализ. То есть тебе что, нужно больше доверять тогда? Да. А как вот тебе больше доверять тогда? Хорошо. Хорошо. Идем, выходим. Иди уже. Ага. Иди делай. Ага. Поблагодари, пожалуйста, его за то, что вообще вышел. Это, кстати, тоже очень важно, очень нужно. То, что ты получил эту информацию, это тоже результат. Всему, значит, свое время. Поблагодари своего наставника за то, что он тебе помог получить какие-то ответы на какие-то вопросы. Мы сейчас просто выйдем.